Всем здоровенько, теневые бойцы, с вами Барсук. И решила записать видосик, а точнее показать вам, каково это играть в эту игру в Shadow Fight 3 на геймпаде, ребят. Геймпад я подключил к ноуту от своей плойки, четверочки, прошечки, вот. Записываю видос я, этой игры через эмулятор, то есть я играю сейчас на эмуляторе, эмулятор называется Nox. Ну, для тех, кому может это интересно, да. Вот, и он видит геймпад, получается, от моей плойки, в том числе и сама игра видит геймпад. Ладно, ребят, но говорить я не буду, давайте покажу вам пример на ивенте «Безумие на рынке». Тут я уже трех противников победил, осталось еще три. Два фельдшера-стажера, Рыжня с Сайми и еще один с Глифой, и сам теневой Адзума. Давайте, поехали, ребят. Потом уже после боя с Адзумой я уже там уже поговорю нормально с вами, что я хотел сказать. Сейчас пока я много говорить не буду. Давайте, поехали. И по поводу контента скажу вам своего. Ну, это уже в конце все, в конце, ребят. Ждем. Спецприем. Сейчас моя задача вам показать, каково оно вообще играть на геймпаде. Вот. Вы сами все видите. То есть... И бомбочка сейчас его заберет, ребят. Все. Кстати, если что, извините за... Ну, если вы будете слышать небольшие звуки, да, такие... нажатие именно на кнопки, да, по геймпаду. Но думаю, это простительно. Главное вам показать саму суть, да, этого ролика. Так, давай, второй раунд. Фельдшер-стажер, да? Промазал. Так, у него крит, да, на этой загорелся. И, ребят, прописываем ему пушечку, смотрите, в голову. Во, теперь можно спокойно теневыми добивать. Теневыми, а потом критическим. А, он телепортнулся, ты телепортнулся, да? Фельдшер, стажер. Нельзя так, и с ноги критически, наверное, в голову, да? Вот сейчас добиваем. Два раунда на идеально. Что может быть лучше? С мобильной версии игры я, наверное... Перейду на эмулятор, не знаю, как это назвать, на эмуляторную версию игры этой. Ну, будем называть это так. Потому что, ребят, мне больше нравится управление именно на геймпаде. То есть физическое управление мне больше нравится, нежели виртуальное в самой игре, да, на телефонах. Так, давайте второй раунд. Сейчас будет рыжня с Сайми, да, у нас. Но она для нас не преграда. Мы ее тоже заберем на изях. Поехали. Давай. Ну, это ты зря. Зря она так стояла, ребят. Это ее большая ошибка была. То есть она думает, я буду тоже стоять, ждать что-то, да, там. Не, нет, нет, нет. Так не пойдет. Фельдшер-стажер. Во. Видите, ребят, молниеносная реакция. Все. Она свою тенюху тоже истратила. То есть мой перс, именно время отклика, вот я нажимаю на кнопки, да, на геймпаде, и перс сразу же моментально реагирует. То есть нет такого, как на телефона, да, когда играешь, какие-то микрозадержки, микро, не знаю, отставание в управлении. Нет, тут все четенько работает, ребят. Все хорошо работает здесь. Так. Во, и сейчас смотрите, какой урон я сейчас нанесу. Да, небольшой, но зато мы оружие выбили. Так. Надо обойти, чтобы спецприем нанести. Это она зря. Спецприем не получилось, зато крит получится, ребят. Зато крит. Все, ребят. Забрали мы рыжню на изи. Да, она нам что-то там пыталась сделать, не, да. Но у нее это не получилось. Но вы видите, да, что именно на геймпаде вообще изи играть в эту игру, я вам отвечаю. Именно, я не знаю почему, но мне на геймпаде хочется играть и играть в Shadow Fight 3. То есть, ну, то, что он на ноуте, да, как бы на эмуляторе, это не есть плохо, скажем так. Давай, грузись речи. Мастер теней. Ну, ребят, тут, конечно, рандом будет действовать, да. То есть, все зависит от ИИ, да. Вот.
Так, ждем. Ждем, ребят, ждем. Спецприем. Блин, а я шперки забыл поменять, ребят. Ребят, я забыл перки поменять. Отвечаю. Я ж, блин. Все, ребят, ну мы его и так забрали, смотрите. Первый раунд на идеально. Ребят, вот что такое геймпад. Плюс я забыл поменять перки на шлем и на доспех. Блин, не знаю, ребят, возможно, я даже сейчас одну попытку ему солью, потому что теневуха у меня будет сейчас... Ну, посмотрим, посмотрим. Давайте проверим сначала. Вот, отлично. Ай. Зачем я задний наносил? Я думал просто, что я его возьму. Да ладно, ребят, ладно. Ничего страшного. Я же вам говорю, я могу эту попытку слить. Перки я сюда не поменял. То есть я сразу в бой пошел. Эх, ну давай. 1-1, да. Блин, не успел вернуться. Во. Хорошо. Ай. Что ты там стараешься, ты? Так. Получится у него? Да, блин, как он успел? Как он успел, ребят? Он не мог там успеть. Ну, я же говорю, блин, ну, эта попытка, да, будет слита, конечно же. Понятное дело. Вот это я дурак. Потому что некоторые перки... Так, ждем, ребят, ждем, когда он встанет. Ага, заблочил, да? Давай, иди сюда. Во. Ай. Так. Да надоел он со своими этими иглами. Только и спамит ими, ребят. Он вообще, кроме этих игл, что-то знает вообще, какие-то другие приемы. Ну ничего, ребят, сейчас я поменяю перки только. И такое бывает, и такое бывает. Одна попыточка слита. Так, давайте я другие перки одену сейчас. Вместо чего? Испарение пускай будет. Кстати, испарение уже на Адзуме действует, ребят. То есть работает, точнее, этот перк. И возьму я, наверное, теневой заряд, чтобы у меня теневуха быстрее. То есть, чтобы когда он там по мне урон какой-то наносил, у меня... накапливалась теневуха. Здесь что мы одеваем? На доспех мы одеваем. Какой перк? Переливание теневые способности, восстанавливать здоровье. Нет, этот, вместо этого мы поставим первичную защиту, чтобы в начале раунда, да, каждого, у нас урон снижался, потому что Адзума в начале раунда, в каждом раунде, типа, наносит, применяет теневуху, поэтому, чтобы у нас больше хп-шечки оставалось, мы оденем этот перк. Так, давайте, ребят, в бой. Все. Надеюсь, сейчас будет все нормально. Потому что тогда я перки нужные не одел. Тупанул немного. Ладно, ребят. Там я ему попыточку слил. Там я взял его 2-2, и потом 3-2 он меня выиграл. Ну да ладно. Последняя попытка, ребят. Последняя попытка. Так. Хватаем. Да в смысле? В смысле? Это как было только что? Вы видели это? Так. Ага, попался. Так. Крит. И с ноги добиваем его, ребят, в голову. Все.
Не, ну это вообще, тут такие сказки в игре, ребят. Здесь происходят сказки в игре. Так, блин, сейчас во втором раунде я буду без теневухи, да? Блин, не знаю, как я продержусь без теневухи. Ну, хотя бы попробую. Попробую, ребят. Так, бросаем, ждем. Спецприем. Так, хорошо. Хорошо идем. Мне это нравится. Бросаем. Спецприем. А, все, мы добиваем его, ребят. 2-0, видите? 2-0. И у меня еще теневушечка там сейчас наберется, да? Так, давай. Давай, третий раунд. Ой, да, сразу тяжелый свой. Сразу тяжелый, да, гнида? Давай, иди сюда, ты. Шо ты, мразь, а? Иди сюда. Да в смысле? В смысле, как это он? Ну ладно, ладно, пускай будет так. Я же говорю, ребят, вы видите, да? Такие сказки в игре происходят. Блин, один раунд забрал. Хотел его в 3-0 забрать, выиграть. Так. Откатик. Иглы. Подкатик. Теневушечка. Нижний. Теневой. Верхний. Крит. Берем. Спецприем. Откат. Нижний. Откат. Подходим. Берем. Нижний. Ой, да, прям таки. Ну и все. Это он зря, ребят. Все. 3-1, видите? Забираю я его. Как видите, на геймпаде намного, ну, мне лично намного проще играть на геймпаде. То есть вы видите, как я уворачиваюсь, то есть время отклика, я еще раз повторюсь, моментальное. То есть никаких задержек, сразу фух-фух-шух. И да, я, конечно, извиняюсь, то, что во время боя я там какую-то фигню, возможно, нес, да, там про себя что-то. Но я вам хочу сказать, что во время боя именно с теневым Адзумой мне сложно именно сосредоточиться на... То, что мне нужно его затащить, плюс еще нужно что-то говорить, да? Записываю я эту игру на, кому интересно, на Ноксе, вот эмулятор Нокс, вот видите. Подключен геймпад, он вот значок геймпада, вот он видит, видите? Если я отключу геймпад, то этого значка не будет здесь. Теперь все мои дальнейшие ролики по этой игре будут выходить только на эмуляторе. То есть я буду играть на геймпаде, ребят. Мне так намного удобнее, проще. Вот, меня все устраивает, в принципе. Да, и думаю, для вас, ну, по качеству видоса вы уже видите, да, что отлично. Думаю, для вас тоже это будет плюсом. Ну и плюс еще качество моего голоса будет, ну, как вы уже могли услышать, да, оно намного лучше и четче, да, и качественнее. Ну, мой голос намного лучше и качественнее, нежели в предыдущих моих роликах. Теперь у меня такой контентик будет всегда, ребят. Так что обязательно, те, кто не подписан на мой канал, обязательно подписываемся, вот, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие видосы. Пишите, кстати, напишите в комментах, заметили ли вы разницу, ну, разницу во время боя, то есть, когда я играл на телефоне и когда вот сейчас я играл на геймпаде. Обязательно, мне интересно просто ваше мнение, что вы по поводу этого думаете. Так, что я еще хотел показать вам. Давайте я, наверное, знаете что, покажу еще.
На примере дуэльки, ребят, возьму еще другое оружие и какой-то спецприем. И сейчас опять же сыграем дуэльку. На геймпаде тоже. Так, одеваем сет фельдшера, ребят. Так, давай. Во. Так, сет фельдшера, вот он. В эпических. Так. Надеть. Конечно же, надеть. Ты что, гонишь или что? Кстати, ребят, вы видите, у меня билетик здесь. Это я просто наиграл уже. Ну, пытался приловчиться к управлению на геймпаде, видите. И наиграл здесь уже в марафоне, да. Ивента «Безумие на рынке». И, по-моему, на 1100 очков, очках, мне дали этот билет один. Вот, я дошел до этого билета. Так, давайте я возьму, не знаю. А, давайте сначала с нагинаточкой в дуэли сыграем. В дуэльку. Так, идем в дуэль. А потом я возьму какое-то, наверное, возьму какое-то легионерское оружие. И спецприем. А по-моему, спецприем у меня сейчас на доспехе стоит, там, Динамо, насколько я помню. Так, медпи. Так, 5991 кубков у меня. А у противника 5992. О, вылетело, ребят. Такое бывает, кстати, но редко. На этом эмуляторе сейчас запущу. Очень редко бывает такое, что оно вылетает. Короче, сейчас я вот этот моментик загрузочки вырежу. Видите, у меня рейтинг немного сбился. Но такое бывает, конечно, да. Но очень-очень, ну, очень редко. Где-то, может, раз в 30 минут. Но терпимо, ребят, терпимо. Я уж лучше буду с этими вылетами, да, играть там раз в полчаса. Но зато качество моего контента будет уже лучше намного. Но эти вылеты уже я буду уже со следующего ролика, да, если будут эти вылеты еще раз происходить. Я просто их буду вырезать, вы не будете этого даже замечать. Steam Pack, ребят. Ты, что ты спамишь, ты, мразь? Смотрите, спамит, а? Что ты спамишь, ты? Все, ребят. Вы видели? Сразу начал спамить одними ударами. Противник. Вот же ж разработчики, а. Так, второй раунд. Давай, Steam Pack. Ты, спамщик. Смотрите, вы видели? Он кроме тех приемов, тех ударов, больше ничего не знает. Какой-то бот вообще спамящий попался мне, галимый. Так, давайте еще раз с этим же оружием дуэльку сыграем. Так, продолжить. Еще раз, ребят, потому что боты какие-то в дуэлях... напишите в комментах, кто заметил, что боты какие-то стали спамящими. Что в дуэлях, а там вообще даже в ивентах. Боты часто стали спамить одними ударами. Спецприемами и ударами. Узбек 90-х. Спамит, видите ли, а? Ты посмотри на них. Все, ребят. Вот по красоте чисто, на геймпадике, да? Все четенько, ребят. Кстати, стримы у меня тоже будут теперь проводиться непосредственно на эмуляторе. С музычкой. Ну, прошлый стрим, кто был на прошлом стриме, уже успели оценить. Те, кто не видел, у меня на канале есть стрим. Так. Ну, это он зря, ребят. В смысле? Все, ребят, все. А в смысле, а как это я там промазал? Мне интересно. Промазал я. Вы видели это? Ты шо? Ты посмотри. Что здесь происходит в этой игре, господи? Что за сказки? Сказки на ночь, ребят, в этой игре происходят. Так, давайте я возьму, наверное,
Молот, ребят, двуручный молот возьмем. Надеть. Все, так идем в дуэльку. Сколько я уже здесь всяких моментиков заметил, ребят. Нелогичные моменты. Так, гуш, гуш. Ты что, гуш или что? Так. Все, ребят. Забрали мы его. Так, второй раунд. Давай, грузись, грузись. Быстрее. Ребят. Вот что такое. Что такое геймпад. Вот за это я его уважаю. Реакция у моего персонажа просто, просто песня. Неимовернейшая, быстрая. Хочу еще разочек одну дуэльку сыграть. Продолжить. Продолжить. Давайте еще раз сыграем дуэльку. С этим двуручным молотом. Валера, да? Валер. Валерчик. В бой. Давай, Валера. Ага. Ой, да, свои мины, смотрите, свои мины спамят. Все, ребят. Мины сразу свои ставит. Типа думает, что я на них буду вставать, да? Фиг тебе. Ой, Валера, что ж ты делаешь, а? Что ты делаешь, Валера, а? Что ты делаешь, а? Валера, вот что ж ты делаешь? Что ты делаешь? Валера не думает, что он делает. Ребят, это, конечно, к управлению, ну, именно на геймпаде еще немножечко мне нужно приловчиться. В принципе, я уже нашарился. Но еще немножечко приловчусь. И вообще будет пушечка, я вам отвечаю. Пушечка будет. Давайте я возьму какое-то другое оружие. Последний раз играем дуэльку, не знаю. На примере каком оружии, я даже не знаю. Так, только не на посохе. Только не на посохе. Даже не знаю, какое взять оружие. А давайте топоры возьму. С легендарным спецприемом. Руби с плеча. Так, и спецприем я одену уже, наверное, не Динамо, а Эквилибриум. Эквилибриум. Все, так, идем в бой. Поиск противника. Knight of Arabia. Арабия, да? Что, Арабия? Мы танцуем крабика. Ну, короче, есть видос, очень старый. Что-то там арабика, я танцую крабика, что-то типа того. Ну, кто знает, то в курсе, тот понял, о каком я видосе говорю. Там мужик танец крабика танцует. Называется, да выебался, ребят. Со своими этими круть-верть. Что крутится, вертится. Как у то змея, знаете, кобра какая-то. Второй раунд. Все, ребят. Так, и последний бой, ребят. Ну, мне, блин, меня сильно затягивает играть на геймпаде. Вот именно, не знаю почему, но оно реально, ребят, сильно затягивает. Ну, потому что оно явно видно разницу именно, когда ты играешь на геймпаде и на телефоне. Давайте я последний раз, вот сейчас реально последний раз играю. Возьму меч, двуручный меч, матери возьму. Спецприем у меня на нем стоит редкий укол ската, да, по-моему? Да, укол ската.
Кстати, у некоторых этого спецприема нету, потому что, ну, я имею в виду у тех, кто недавно играет в эту игру, у них этого спецприема нету, у колоската на двуручном мече. А те, кто уже давно играют в эту игру, у них, у таких, как я, у таких игроков этот спецприем есть. Соринс, 2019. Давай, грузись, речь, грузись. Во. Давай, о, с копьем, да, он с копьем. Ты что, с копьем или что? Все, ребят. Забрали мы ее. Его и... А, ее, да? Ее, точно. Это же девушка, девушка. Краун 2. Так, спецприем, да, надо проверить. Давайте проверим, покажу вам этот спецприем. О, вы видели, как я успел, ребят? О чем я вам и говорил? Время отклика, именно моментально, реакция вот моего персонажа, когда я нажимаю на кнопки на геймпаде, сразу же моментально, видите? Нет никаких задержек, ничего. Вот чем мне нравится играть на геймпаде, больше, чем на телефоне. Все, ребят, вот такое вот у меня видео получилось. Немножечко оно затянулось, да, с этими дуэлями. Но я просто хотел вам продемонстрировать вообще, что такое играть на геймпаде. Контент у меня теперь будет выходить, ну, всегда качественный. То есть вы сами сейчас видите, качество картинки именно на видосе у меня стало более четким. Вот, персонажа видно более детально, да, текстурка именно персонажа. Запись моего голоса тоже теперь будет четенькой. Стримы у меня тоже будут качественными. С музычкой. Вот. Все, ребят, все. Буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь. Еще раз повторюсь. Те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Прожимаем лайкос, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие видосы. Оставляем обязательно комментарии по поводу того, что вы думаете по поводу управления на геймпаде. Все, ребят, всем спасибо. С вами был Барсук, и всем пока. I'm the magic.